Чтобы устроить целый пир на праздничный день или просто расширить свои кулинарные возможности, стоит присмотреться к духовому шкафу. Духовой шкаф можно встроить в любое удобное место. Правда, если он независимого типа, то есть может работать без варочной панели. Зависимый же шкаф работает только с варочной панелью определенного типа и устанавливается строго под ней. В выборе главное не ошибиться с размером, так что тщательно замерьте нишу и обращайте внимание на встраиваемые габариты шкафа. Объем можно подобрать в зависимости от количества человек. Для 1-2 человек подойдет шкаф на 35-45 литров, для 3-4 – 50-60 литров, а чтобы прокормить большую семью – от 70 литров. Помимо обычного нагрева сверху и снизу, духовой шкаф может иметь гриль для приготовления блюд с румяной корочкой и конвекцию, которая обеспечивает более быстрый и равномерный нагрев. Конвекция сокращает время приготовления и прекрасно подходит для выпечки. Кстати, при наличии вертела в шкафу можно приготовить птицу целиком. Если хочется сделать мясо более сочным, а выпечку нежной и пышной, то здесь поможет встроенный парогенератор, который обеспечит готовку при повышенном уровне влажности. А если вы хотите сэкономить место на кухне, то присмотритесь к функции СВЧ. В этом случае шкаф можно использовать в качестве микроволновки. Мощности в районе 2,5 кВт вполне хватит для приготовления большинства блюд. Кстати, помните, что на духовой шкаф лучше делать отдельную розетку, так как это один из самых больших потребителей электроэнергии в доме. Очистка шкафа не обязательно должна быть утомительной. Помимо традиционного мытья, губкой есть еще три вида. Очистка паром размягчает загрязнение и значится как отдельный вид очистки. Но на самом деле ее можно сделать абсолютно в любом духовом шкафу. Достаточно налить воду в противень и включить нагрев на 50-70 градусов. При каталитической очистке камеры покрыты специальной эмалью с окислением, которая расщепляет жир на воду и сажу во время готовки. После этого достаточно протереть камеру тряпочкой. Срок службы покрытия 5-7 лет, но зачастую наносится только на заднюю стенку. Поэтому полностью избежать ручной очистки не получится. Но получится при пиролитической, во время которой камера разогревается до очень высоких температур. В результате все загрязнения сгорают в пепел. Но не все противни и решетки могут выдержать такую очистку. К тому же в этом режиме потребляется много электроэнергии. Кстати, если хотите, чтобы техника потребляла меньше энергии, то смотрите, чтобы класс энергопотребления был А или А с плюсами. Чем больше плюсов, тем лучше. Немного о функциях. Для разморозки продуктов без тепловой обработки пригодится программа автоматического размораживания. А при наличии подсветки можно оценить состояние блюда, не открывая шкаф. Также помочь с определением, готово ли блюдо или нет, поможет термощуп. Он втыкается в пищу и измеряет ее температуру. Чтобы любопытные дети не смогли включить духовой шкаф или изменить его настройки, понадобится защитная блокировка. А в некоторых моделях даже имеется замок, не дающий открыть дверцу шкафа. Сама дверь шкафа может иметь три исполнения. Откидная, на нее можно поставить противень при необходимости. Распашная, нужна, если шкаф встроен выше уровня столешницы. И выдвижная. Решетки и противни закреплены на дверце и выезжают при ее открытии. В остальных же вариантах, чтобы было удобно вынимать противни, пригодятся телескопические направляющие. И не забудьте про функцию автоматического отключения при слишком долгой работе и перегреве. Как видите, выбрать духовой шкаф не так уж и сложно. Теперь вы точно знаете, что нужно для вашего домашнего очага. Выбирайте правильно. С вами был ДНС. До связи.